Самым веселым народным праздником во все времена считалась Масленица. Гуляния на Масленицу продолжаются целую неделю, с понедельника по воскресенье. Еще ее называли «Сырная неделя» или «Мясопуст». У Масленицы много названий – «Широкая», «Веселая», «Честная», «Затейливая». В эти дни доставали все запасы, оставшиеся от зимы, и пировали. А еще устраивались разнообразные развлечения. Все это символизировало благополучие, которое должен принести будущий год. На этой неделе часто пекут блины – неотъемлемую часть праздничных традиций. С приготовлением блинов связан ряд обрядов. Воскресенье называлось «Прощенным», а еще его называли «Проводами зимы». В последний день сырной недели изготавливали чучело зимы из соломы или тряпья, в основном в виде женской фигуры. С этим чучелом разыгрывались представления, а потом его торжественно сжигали, тем самым показывая, что нет зиме пути назад. Согласно этим традициям, было проведено мероприятие в селе Натырбово муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Натырбовская детская школа искусств. Активное участие в нем приняли учащиеся школы Анна Ляшенко, Влада Бурьянова, Валерия Ляшенко, Аделина Самойленко, Арина Брянцева, Владимир Трофимов, Валерия Селезнева, Донизет Батырбиева, Рузана Нажева, Ангелина Манько. Вертится быстрее земля, крутит они, стараясь, метит иную ось, чтобы любимым раньше встретиться пришло, чтобы однажды утром, раньше год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В Австралии далекой поутру бабочки блистали на ветру, узоры здесь штанцы выводили, на них залюбовалась кенгуру. Ах, если бы иметь два крыла, то я бы закружилась, как юла. Мечта моя тогда осуществилась, парить над океаном бы смогла. Представьте на минутку такую чудо-шутку, летящих в небе клином кенгурят. За ними их мамаши, а следом их папаши, на целый кенгурячий хит-парад. Кто сильнее василька, задремавшая река, небесной белизны или свинка среди?
Директор Натырбовской детской школы искусств Сусана Батырбиева выразила благодарность администрации сельского поселения за оказанную помощь в организации и проведении праздника. Немаловажную роль сыграл и весь наш дружный коллектив, который со всей ответственностью подошел к подготовке и к проведению этого мероприятия, отметила она. Также в проведении праздника приняла участие библиотека Натырбовского сельского поселения. Близится суббота, заловки угощения. Вся родня встречается, водится на воде. Праздник продолжается, общее веселье. Славно провожает зимушку народ. Воскресенье светло быстро наступает. Облегчает душу все воскресенье. Воскресенье светло быстро наступает. Облегчает душу все в прошлом мире. Чучело в соломе на зимушку сжигают. Наедем в тулупчик, валенки, ремень. Пышные гуляния ярмарка венчает. До свидания, Масленица, приходи опять. Через год за царицу будем снова посвятить. Снова будем праздновать, блинами угощать. Особая благодарность родителям, которые приняли непосредственное участие в организации сладкого стола.